Приветствую всех, с вами Борис. И что я хочу сказать? Заканчивается это 2020 год. Сегодня 30 декабря, а я продолжаю рассказывать про суперкопилку. Ну, что могу сказать? Отличный, замечательный проект, который работает 8-й год и приносит денежки, то есть дает уверенность в завтрашнем дне. И я построил свою закольцовку, свою стратегию пассивного дохода и сейчас получаю. То есть у нас сегодня 30 декабря, еще раз повторю. Выплаты недели я еще ожидаю $96, уже недельный взнос $115, $93 уже внесено, то есть недельный взнос я погасил. Поставил на вывод еще, который будет у меня автоматически. Здесь есть такая вкладочка, где можно запланировать вывод свой. Вот вывод у меня $50 будет 3.01. Но разговор все-таки не о том, а о том, что суперкопилка работает. И те люди, которые мне год назад, больше года назад, где-то год и один месяц говорили: лохотрон, пирамида, не пойдет. Идем, да ты посмотри отзывы. Ребята, я вам скажу только одно. Смотрите на выплаты. Вот на этой неделе, а вот через неделю. А еще я вам могу архив показать с самого-самого начала. Это у нас было 4.11.2019 года. Именно тогда вы мне говорили, что это не работает. Ну, полученные деньги я вот себе приобрел вот такой стабилизатор, на который я снимаю видео. И непосредственно видео я иногда снимаю для суперкопилки. Ну, могу сказать только одно. Вы можете ходить где угодно, вы можете делать все, что угодно, но если вы хотите накапливать и приумножать, вам только в суперкопилку, потому что еще есть инвестиции, но там риски. А здесь, как сказал один из инвесторов, который сидит в чате суперкопилки, стоп-лосс здесь делать не нужно. Если у вас запланировано $96 на выплату, то у вас $96 и придет. На этом заканчиваю. Желаю счастья, здоровья, любви в году наступающем, в году 2021. И видеть вас в участниках хочу суперкопилки. Всем привет!